І, до речі, щодо мистецтва і... То, що я люблю. І музики, так. От як ти докотився до такого життя, що почав займатися цим, цією справою? Писати пісні, кліпи знімати. Да ще такі, що там просто гвалт, що робиться? Вообще, что касается именно вот моего нынешнего амплуа, Тарик Назалешко, это, в принципе, социальный рэп-кор, то есть это музыка такой направленности, бунтарской, скажем так. Немножко недоволен, скажу, ситуацией. И, в принципе, эта ситуация меня и побудила как выразить такой определенный протест. Хотелось как-то заявить свою позицию. Заявил. Сказать, что был доволен последствиями именно, с одной стороны, очень доволен, потому что появилось огромное количество людей с позитивными откликами, но, с другой стороны, был недоволен, потому что появилось много людей, которые не разбирались в сути. У нас же сейчас такое определенное клиповое мышление, и никто в суть не имеет времени, люди очень заняты, они не имеют времени для того, чтобы просто покопаться, подумать, а почему так? А вот что имеет в виду этот человек? А вот если на него говорят плохой, то, может быть, все-таки я проверю и сделаю свое мнение. Вот. Нет, у нас этого не происходит, тебе вешают определенные клише, и уже ты, соответственно, разгребай как хочешь, просыпайся утром, заглядывай под машину, потому что какой-то умник тебе написал, что там что-то может быть, сюрприз. Ну, вот. Тобто, багато было погроз, я так розумію? Достатньо, чтобы чувствовать себя немножечко некомфортно. Хотя, с другой стороны, я скажу так... Але це теж успіх, ти розумієш? Це успіх, да, це... Успех, но давай, без которого можно прожить. С другой стороны, вот все, что как бы произошло, случилось, я этому на самом деле отчасти и рад, потому что появилась такая немножечко более толстая кожа, вот, по отношению к критике, к чужому мнению и все остальное. И с другой стороны, был один человек, который говорил, мы не будем называть, кто это за человек, который говорил, если нас враги критикуют, значит, мы делаем все правильно. То есть в этом плане я не переживаю. И, опять же, свою позицию я сказал. И самое главное, что хочу заверить, за 5 лет моя точка зрения не поменялась. И у меня очень большой вопрос к тем, которые писали мне, там, допустим, какие-то неприятные вещи. Скажите, пожалуйста, товарищи, друзья, ребята, девушки, бабушки, а ваша позиция за 5 лет поменялась или нет? Вот это мне очень интересно узнать. Поэтому, с другой стороны, мне приятно, что я был прав. Вот это меня на самом деле очень сильно греет и дает такой определенный оптимизм. А значит, я не до конца потерян, и значит, немножечко мозгов у меня есть. А мозги это никогда не помешает. До речі, шановні телеглядачі, якщо ваша думка змінилась щодо ситуації на Майдані, пишіть у коментарях під відео. До речі, я думаю, що Тарик Назалешко вам відповість на ці ваші питання чи коментарі.